Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 23 октября. Вот этот пак оставили, вот этот и вот этот. В принципе, сирена, киберспортивный скин, прикольный, я его купил. И поцелую на прощание. Мало челиков я вижу, что вот этот рюкзак используют. В принципе, только используют сирену еще, скин. Потом волк. Сильный выбор. Обычный нуар. Ну и меховая сумка. Обычный стиль и нуар. Потом подручные средства. И волчьи клыки. Окей. Нектарина. 12-го неплохой скин. Раньше что-то не заходит, но сзади он прикольно выглядит. Правда, глаза мне не очень нравятся. Такие красные. И нектарное сердце. Нектарное сердце тоже прикольно сделали. Ну, я вот такие почти не вижу, только такие маленькие. Типа как подсолнух, там как монетка, например, вот так. Потом профессор нектар. И нектарный ранец. Мне вообще что-то не нравится вот этот профессор нектар. Больше нектарина нравится. Вот. Ну и потом нектарный топор. Неплохо, но я бы уже 500. Минимум. И максимум. И все. Потом у нас чистая порода 9 сезона. Неплохая оберточка, правда. Я бы даже за 200 бы продал, а то за 300 за такую обертку. Такое. Потом собаки идет, все равно сильный выбор. Обычный, новогодний и ополчение. Вот я бы еще типа стиль добавил скелет, потому что так хорошо, мне кажется, добавят стиль, скелет. Вот я бы еще собакин тоже бы добавил стиль. Было бы прикольно. Или зомбак пес, например, тоже прикольно было бы. Короче, что-то с Хэллоуином бы ему добавили, все. И потом миска, его зовут Один. На походу. И потом собачья радость. Ну, понятно, зрачка и все. Вот так псы любят. И потом косточка, короче, я это все. Неплохая крышка за 500, кстати. Все такой звук неплохой. Для 500 баксов. Потом костяной дракон, я совсем стильный выбор. Мне что-то вот эта вся тематика вот эта не нравится. И еще дороговато. Золотой король, потом без свечения и король скелет. Потом аурум, золотой король, без свечения и король скелет. То же самое за рюкзаком. Ну, его зовут Аурума, это лучезарный плащ. Золотой король, стиль без свечения и король скелет. Ну и все. Потом у нас Сорсерс, один сначала неплохой скин, такой худенький. Прям, чтобы играть так, как киберспорт. И радиоволна, это те, кто неплохой. Но, я уже говорил, я его такие не вижу. Только, например, вот я сейчас, видите, например, не надеваю вот такие, но я, если что, надеваю, типа, как уточку, уточка маленькая, подсолнух тоже. Вот я, например, не надеваю, как его, вот этот рюкзак, он немного большой, и я еще, например, не надеваю. Вот это тоже большой, огромный, можно сказать. Плащи такие неплохие тоже. Я надеваю плащи, они нормальные и прикольные. Сочетаются какие-то плащи с кином. Вот, например, вот этот мне нравится, он очень большой. Если сравнить с монеткой, маленький рюкзак, вот этот такой нормальный. Небольшой, вот этот гнездо. Прикольный, тоже маленький. Ну, короче, маленькие рюкзаки мне нравятся. Вот. Потом у нас червятник. Такой себе скин, 2500 дороговатый. И
герметичный контейнер. Такой, как будто старенький очень. Ну, вообще, скин тоже так выглядит, как старый. Это 10 сезона. Потом за 300 баксов, ну, неплохая борка с анимацией 9 сезона. Строчная. Развертка. Вот. Вот как будто типа пушка, знаете, не прогрузилась. Прикольно. Потом секундочку, 6 сезон. Кстати, прикольно добавлять 2 эмоции с телефоном. Потом, ну, увлекательная беседа, еще одна эмоция с телефоном, передвижение. Ну, прикольная эмоция, правда, передвижение на очень медленно. Потом круговой флёш 10 сезона. И нам оставили скелет вот этого, короче. Вот этого мумию, можно сказать. Вот это, вот это и вот это. Вот это нам оставили. Потом вот это. Вот это. И вот это. Прикольно, вот это, типа, можно сказать, монстр пожирает какие-то хрени, которые ему прилетают в рот. Вот. Ну, короче, пацаны, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. Не забывайте, что 800 под... Не забывайте, что до 1000 подписчиков на моем канале разыграю Battle Pass или скин за 800, а до 800 подписчиков я, наверное, разыграю еще раз какую-то эмоцию за 200. Ну, короче, пацаны, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока. Сегодня будет стрим, и я буду дарить оружие 130.